Это Катя, канал Bad Girl, ДПД. Откуда чел? Короче... Германия. Илья, это ты? С левого аккаунта просто сидит такой. Это что такое? Мешок с мелом слоновой кости? Да, на удачу. Легион? От Легиона не сбежишь. От Легиона не сбежишь. А мы не пытаемся. А он делает глубокую рану. Он делает глубокую рану. Позвони мне, позвони. Позвони мне, позвони. Позвони мне, позвони. Позвони мне, позвони. То есть ради бога не пел, да? Нет, он просто пел «Позвони мне». Заело у человека, понятно. Обитель матери – красный лес. Ничего себе у вас название, конечно. С богом. Нет, кусты деревянные. Ага, я вижу 3 генератора. В смысле деревянные кусты? Ты где такие нашла? Да вот, рядом с тобой. Ты реально сказала, я вижу деревянные кусты? Да. А если что, у него герб, который блочит наши ауры. Это, короче, когда чиним, мы ауру не видим. Блядь. Это я зря. Это я вообще пиздец, как зря. Там кто-то тоже, что ли, генератор сломал? Нет, это молния была. А. У него скин зайчика. А я сломала, и он не хочет появляться? Серьезно? Он у меня тут. А. Он странный. А че ему появляться, если он Софи уже нашел? Почему он меня всегда находит? Блять. Че, медом намазан? Он ко мне идет. Искренне надеюсь, Игорь, что ты не рядом. Я рядом. Он мимо прошел. Поломал мой генератор и ушел. Нет, идет обратно. У меня кошка нервничает. Второй раз мимо меня прошел. Я вокруг камня бегал. Почему у меня кошка нервничает? А он к тебе идет, наверное. Нет. Сейчас, спокойно. Серьёзно? Слушайте, тут такой генератор прикольный. О, нас тут там. Ты, короче, чинишь лечебный генератор. Лечебный? Да. О, там у этой девочки навык, да, такой? Да. Короче, у этого генератора прикольная штука. Ты сидишь реально в высокой траве рядом с генератором. Это так удобно. Хорошо. Вообще. Блять, сука, нашел. Почему тебя постоянно? Да потому что ёбаные твари. Блять. Ко мне идет. Ой, я вас вижу. Кого нас? Он то ли за Софией, то ли за мной, не пойму. Скорее за тобой. Да. Опа! Ну, все, ребятки. Девочка, молодец. Пизда мне. Мы с тобой в команде сработали хорошо. Да, он за мной. А вы далеко? Далековат. Не, нихуя, рядом. Всё. Я... Я у тотема. А я нет. Я лег. Как ты лег? А я почему не вижу? А он за мной. Так ты же не лег. Бля, Игорь, ты опять его сюда ведешь? А я не... Блин. Ты думаешь, я вижу, куда я его там веду? А, я вижу, где ты. Вот теперь ты лег. Ты главное мне, Игорь, скажи. Если что, говорю, будет ли он кемпить? Сказать? Нет, ушел. Не вижу его. Софья, это не зайчик. Это животное с 7 букв. Хуяич. Погнали. Спасибо.
сука, не дал дочинить мне козлина. Я ауру его вижу. Иди сюда. Игорь, ты где? Бежал. А, ты не будешь чиниться? Ну ладно. А хочешь. Он все равно сейчас повесит. Не, я... Думаешь? То он немножко дурачок, на самом деле. Ну, дурачок, не дурачок, но догнал. Так, а где-то... Воробушек, наш... воробушек. Ебачка, фов. А он уж потушил. Походу, да, я не вижу. Да, он потушил. Только. А ты можешь пойти нахуй, а? Софья, видимо, не может. Нет, он... Я ему скажу пару ласки. Игорь, ты рядом? Кто чинит рядом этот? Не я. Генератор. Скорее всего, подруга. Подруги наши. Да, подруги. Игорь, ты рядом? Да, 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 я уже... Значит, тут... нахуй нас послала? Меня особенно. Не ходи. Блять, он тут. Да ты тут. Тварь, блядь. Вот имя он, его Кимпирас. Нет. Кого положили? Подругу положили. А он где? Он бежит. Так, я вижу Катю. Он за мной бежит, да. Да за мной он бежит. Так, я и подругу помочь. Поднимаю. Поднимай. Блять. Воробей, ты где, воробей? У починенного генератора. А, сука! У вас что, блин, у всех раны? Да, да, потому что вон он, блин. Опять имба какая-то, блядь, началась. Ба, не имба, выхиливайтесь. Сука, он тут. Софья, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Иди, я тут, иди. Иди сюда. Дай. Да что тебе надо от меня? Ты задрал, блядь. Так, опять релакса положили. Угу. Есть. Игорь, ты там рядом? Ну, да, наверное. Ну да, ты ближе, чем. Мы просто а где он? Мы вообще в ебенях просто. Опа, я тотем нашла. Блять, он там. Я тотем ломать не буду, кстати. Не надо. Потому а что. Толку? А, если подруга умрет, тогда я сломаю. Пока жива не буду ломать. Он что, кэпит? Он там. Да походу, да. Он куда-то за камни забежал. Я могу рискнуть, конечно. Ну, как сам случишь. Софь, ты здесь чинишь? Да, он тут, он тут. А давайте со мной, мне надо сегодня сидеть. Да ладно. За мной идет. Все, я лежу. Второй повес. Второй повес всего лишь, не вторая стадия. Спокойно. Это и есть вторая стадия. Нет. Да. А, ну да, вторая стадия, но я имею в виду, ты еще имеешь шансы. Подруга. Подруга. О, блядь! Ебать! Вот это я сейчас лоханулась. О, тебя? Ага. Ай, кусты, блядь! Подруга ставит тему. Ой, блядь! Да чего уж тотем ставить? Сука, крюк рядом! Крюк рядом! Нет! 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 Ты не заяц, ты... Блядь, Катя, я из-за тебя пропустил, правильно? А ты все, ты не успеешь, все. Так я рядом, но он там. Ну, блядь. Охуенная игра, мне нравится. Да вообще заебись. Да блин. Да ладно. Вот успела. Пс, а... пс, подруга. Пс. Пс. Молодец.
Воробушек. А. Почини меня. Какой почини? У вас тотем здесь рядом. Хилься! Ну далековато до него еще бежать. А, ну вам, наверное, да. Мы тут, около него. Он у вас, по-моему. Кто была? Это сняла меня, да? Да. Я что-то ее костюм не запомнил. Ну, белый, светленький. Да. Да не трогай меня. Да не трогай меня, уйди, уходи. Еще бы она меня не сняла, я-то ее снял, блядь. Не, ну она могла и не снимать. Понимаешь, Светлана, разные ребята бывают. Сучка какой-нибудь туда. Да тут весь прикол этой игры в том, что если друг другу не помогать, ты никогда в жизни не выиграешь, блядь. Почему? Ты, в принципе, можешь дождаться, пока все умрут. Блядь, ты опять здесь, что ли? И надеяться на люк, да? И надеяться на люк. Так, он опять ей нанес глубокую рану, ребят. А где он? А, ну понятно, все, он за мной. Он за мной. Так он меня навернул. И за тобой побежал, видимо. Походу он вообще за всеми вами. Игорь, лечись. Да бегуш, кто там. Порать, потому что. Ой, как далеко. Так, Катя, рассчитывай Софью ты снимать, потому что я к тотему. Тогда чинитесь потом. Да сука, конечно. Да придется. Ебаная. Софья не кемпит? Я не вижу его. Блять, он ко мне бежит. А как он узнал? Я лечился. Ну, значит, он у него первый. Или что-то видит. Держись, 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 держись. Блять, я уже не хочу держаться. Умница. Добрый вечер. Ярик, мы страдаем. Нас нагибают как только могут. Софья, иди сюда, я тебя ухилю. Иди вот за камень. Еще два генератора, ебаный насос. Да я бы сейчас выхилилась, если бы не подвесил Софью, понимаешь? Он же скотина. Блять. А ну пошли вон, птица, отсюда! Зайчик, иди нахуй отсюда. Блять, там все генераторы на той стороне, прикинь. Ой, он там. Супер, 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 легион, да. Блять, камень. Как... Сука. Ну, все, подруги наши. Да. Ой, пошел. Куда пошел? Игорь, он куда? Бегает за мной. Возле крюка. Возле того, где, блин, подвесил? Ну опять нет ничего, бежит, да. За кем-то. За кем-то бежит. За кем-то, не за Игорем. Да, потому что за мной лежит. Ааа, блядь! У, сука. У, сука. Ты снимешь? У, сука. Я? Нет, ты Игорь? Игорь снимает. Ну я от него убежала. Осторожно. Ага. Блять, тут все генераторы. Он почему? Опять за мной. Блин, ну. Это как? Ай, господи. Игорь, ты же не спаришь тотем, да, надеюсь? Могу. Я такой. Блять, он вас обоих, что ли, ёбнул? Да. Заебись он, конечно. А вы еще, блин, там, где Гена непочиненный? Не, тут Гена починенный. Да там все непочиненные. Он что, ищет кого-то, да? Или да, кемпит? Наверное. Или кемпит? Не, нет, он я, тут я не вижу. Недалеко. Где? А вы пока лежите, что? Не можете починиться? Да? Игорь на полную. Остановился. Убегаем. Убегаем, конечно. Вон он где, блядь.
Он закатит. Ааа, блядь, сука! А, смотри, подранил и ушел. Пидарасина. Он за Игорем, он за Игорем. А, он мне потому что рану дал глубокую. Я поняла. Я так думаю, что он за Игорем. Подруга, погоди, подруга. Ты сука! Ты заебал, блядь! Смотри, что сделал. Подранил, короче, и вернулся. Не надо меня туда носить. Блять, он тотем поломал. Да конечно. Спалились. Не надо меня убивать, не надо. Два генератора. Смотрите, я вешу. Помимо. Подруга лежит. Нам обеим плохо. Мне чуть-чуть хуже, чем ей. Я произношу какие-то странные звуки. А Игорь вообще ушел. Игорь вообще ушел. А что ты мне предлагаешь? Подойти и опять лечь там же? Ну хотя бы спасти нас, попытаться спасти. Хотя бы. Вот как ты это, сука, сделал? Ну, Софья пытается, огребает. А ты вот вливаешь. Ой, далеко оливаешь? Прекращай. Ну, Катя уже, да. Я висел не меньше вашего, так что... Ну, мы тебя спасали, Игорь. Алло, блин. У меня последняя стадия, все. Все. Ну, хоть бы попытались, что ли, ёб твою налево. Софья вон пытается, огребает. Блять, прямо возле крюка. Сука ебаная, чтоб ты сдохла. Где он? Чтоб у тебя кишка нахуй. Он у тебя идет. Понятно. Ой, иди нахуй, короче. Не играем почти. В эту игру. Да если постоянно будет такая шляпа, я... Беги, что ты тут делаешь? Ты вообще что ли, ё-моё? Сидит она, блин. Ой, дурында. Ой, дурында. Ага, идёт. Пиздец. Довольный? Желторотый. У меня завтра выходные начинаются. Хорошо. Что ты уёбываешь? Ага, да. Маши. Типа отпускает или чё? Люк рядом. Да, люк рядом. Прыгай, Люк, прыгай сразу. Это я смотрю, что он делает, блядь. Выпустил. Если что, это маньяки могут спрыгнуть, взять выжившего, который прыгает. Так, сходить. У него было... Понятно. Ну, так раньше было. Аура, короче... Влезающих из шкафчиков он, короче, видел. Истерия у него. Игорь, покажи его навыки, пожалуйста. И наводящий ужас. Мне больше второй навык интересен. Истерия? Ага, когда да. Здоровый выживший получает ранение, все раненые выжившие получают забывчивость на 30 секунд. Да, я показал ему Софи. Ну да, прикольно. Блин, ну... Это блин, сложно. На Легиона прикольно, Герк. На Легиона. ГГВП. Кто это написал? Подруга наша. Рандом. Thanks for hell. А что значит hell? Скорее всего, hell. Спасибо. Хил. За... Какой hell? Хил. За лечение. Вы... Игорь, блядь. Игорь, ну настолько что ли? English. English. Ну хилка же, Игорь, ты чё?